Торжественная инаугурация Вениамина Кондратьева прошла 23 сентября. Вениамин Иванович занимает пост губернатора Краснодарского края с 2015 года. Свой голос за него отдали более 80% избирателей. Губернатор принял присягу в рамках внеочередной сессии законодательного собрания края. Торжественно клянусь добросовестно исполнять обязанности главы администрации губернатора Краснодарского края, защищать интересы населения края, уважать и охранять права и свободы его жителей, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Устав Краснодарского края. В условиях пандемии инаугурация прошла в формате видеоконференции. За торжественной церемонией наблюдали работники районной администрации, главы городских и сельских поселений, депутаты. 13 сентября жители района избрали новых депутатов Совета муниципального образования. Свое напутствие депутатскому корпусу дал глава муниципалитета Адам Джарим. Доверие людей нужно оправдывать. Поэтому я просил бы, вот, чтобы каждый немного перезагрузился на своем месте, перезагрузил те команды, с которыми работаю, посмотрел, какие приоритеты, что в первую, что во вторую, что в третью очередь. В первую очередь это люди, и во вторую очередь это люди, и в третью очередь люди, люди, еще раз люди. Новый депутатский корпус приступит к работе уже 24 сентября.